Соревнования пройдут 26 и 27 апреля. Участие в них примут более 100 велосипедистов. Члены рабочей группы во главе с заместителем главы Сочи Сергеем Юрченко накануне обсудили организационные вопросы. Стартует велогонка в субботу в 10:30 утра от оздоровительного комплекса «Спутник». Финишируют участники на горе Ахун. В воскресенье во второй и завершающий день гонки спортсмены возьмут старт у Зимнего театра, а завершится заезд в Красной Поляне на горнолыжном курорте «Лаура». Стать зрителями и поболеть за велосипедистов приглашаются все сочинцы. И, кстати, на старте у Зимнего театра 27 апреля для гостей соревнования пройдут конкурсы и розыгрыши призов. А улицы во время проведения соревнований по велоспорту перекрываться не будут. Движение ограничено не будет. Гонка будет идти сопровождаться с автомашинами дорожной инспекции. Поэтому свободное будет передвижение по городу. Транспорт будет свободно передвигаться как общественный, так и личный. Парковка возле Зимнего театра на период проведение старта гонки, это будет с 10 утра до 12 часов дня, будет ограничено. То есть все весь транспорт просим убрать с парковки для того, чтобы не работали машины-эвакуаторы.